Всем народ, всех приветствую, с вами Павел Первый, и сегодня мы наконец-таки начинаем играть в режим Катакомб в новом дополнении Хардстоуна. Так что поехали, давайте посмотрим, что это такое. Я это ждал, это что-то интересненькое. Давайте теперь взглянем. И чем пахнет? Кожа, железки, факелы, приключателей. Фу, приключатели гадкие. Так, насколько я знаю, тут очень много рофла всякого должно быть, поэтому даже и поугараем, возможно. Этот режим очень интересный. Дело в том, что вам не надо тут составлять колоду, вы выбираете классы, стартуете с рандомными 10 картами и побеждаете боссов. За каждого побежденного босса вам дают на выбор набор из 3 карт, 3 набора из 3 карт каждый. Выбирайте его, и эти карты добавляются вам в колоду. Дальше у вас растет ХП, растет у босса, и помимо этого вы получаете этакие сокровища, которые дают какой-то мега бонус. Это могут быть пассивные карты, это могут быть и карты, которые нужно завязать. Но вы сами сейчас все увидите или и так знаете. Несметные сокровища ждут вас в извилистых тоннелях Империи Кобольдов. Выберите класс и отправляйтесь в поход по подземельям. Большие кучи блестяшек мне, а не тебе. Требуется искатель приключений. Это я. А если я не искатель приключений? Блин, вот мне бы вот эту табличку как-нибудь вырезать. Мне она прям для интрухи нужна. Сейчас сделаю, конечно. В Империи Кобольдов твоя находить много чудищ. Каждый бой делает тебя сильнее или мертвее. Забавный. Итак, почему-то, по-моему, у всех босс, наверное, первый крыса. Ну ладно, крыса так крыса. Давайте определимся с классом. Кто посмеет прийти за сокровищами Кобольдов? Мечемахатель? Огнепускатель? Определимся давайте с классом, за который будем проходить, естественно, приключение это. Первый класс, за который мы пройдем. Мне кажется, чернокнижник. Мне больше почему-то это хочется. Там карты хотя бы можно будет подробовать. Хотя ты дохуй. Ну ладно, давайте чернокнижник попробуем. Почему бы нет? И сейчас я сольюсь на первом боссе. Будет забавно. Но я надеюсь, они хотя бы предусмотрели сделать такие колоды, что ты хотя бы первого босса можешь ими уделать. И запомните, в первой колоде у вас 10 карт. Изначально. А дальше уже, конечно, идут пополнения. Мэмси и гигантская крыса. Ну что, повеселимся? Этот смех. Так, ну что, тут жонглер плюс владычица сочетаются неплохо, так. Так, конечно же, первое, что надо сделать, это попробовать эмоции. Сперва твоя находить слабые монстры, прямо как ты слабый. Ах ты дезморальщик. Приветики. Ух ты, неплохо сыграно. Надо обязательно проверять. Фишка этого прохождения в том, что я буду проверять эмоции, а не то, что все. Зачем меня вызывали? Так, естественно, надо попробовать новое поле. Как-то на стриме это дело перетаскивали, что ли, не знаю. И потом это все взрывалось. Жестко. Ладно. Поехали дальше. Боже, это я постепенно прикажешь. Ну давай, атакуй, убивайся. Об мой таунт. Так, о, сейчас же будет. Я не привык к играм. Плясочка.
Так, ну мы его убьем довольно быстро. Страшно. Так, что там, 4? Ну, мы летали. Ты называешь это оружием? Ну, понятное дело, первый босс очень простой. Моя победитель! Теперь хватай клад! Классический приключатель! Классический это как? О, Паченский. Так, новое задание, победите 5 боссов в подземельях. Окей. Большой блестяха. Твоя брать только одну. Твоя мудро выбирать. Итак, что мы тут имеем? Зелье живучести удваивает ваше здоровье в начале матча. Рюкзачки в начале матча вы берете 2 карты. В принципе, я думаю взять зелье живучести. Почему? Потому что карты я и так могу в любой момент взять, если захочу. А вот ХП мне пригодится при этом. Давайте зелье живучести возьмем. Карты, которые ты хватай, потом класть в колоду подземелий. Так, что мы тут имеем? Мы имеем Малый Легион. Мы имеем Жутких Демонов. И мы имеем Демонов Бездны. То есть, провокация, таунты. Мы можем взять себе таунты. Мы можем взять себе даже это. Я думаю, вот это взять неплохо будет. Давайте Малый Легион на старт, так сказать. За один заход в подземелье драться с 8 чудищ. Сколько пальцев, столько чудищ. Окей. Идем дальше. Следующий босс, который будет шмалять нас взрывчаточку. Так, ну теперь у нас 13 картонок. Немси и проходчик Хам. Ну что, повеселимся? Время разрушать! Было бы неплохо, конечно, если бы всякие боссы еще как-то взаимодействовали диалогами. Они просто один раз сказали за всю игру и все. Так, ладно. Когда твоя сильнее, чудище тоже сильнее. Я уже понял. Финансовая эластичность является важным элементом экономической доктрины смешанного рынка империи кобальдов. Чего ты это? И почему ты так грамотно это сказал? Приветики! Не трогай бум-бум! Ух ты! Неплохо сыграно! Не трогай бум-бум! Окей, ладно. Так, сейчас он единичку хп снесет мне своей бочкой. Что-нибудь взорвать? Это не очень хорошо. Ладно. Ты называешь это оружие? Так, вот это лучше. Хочешь что-нибудь взорвать? Да хорош уже. Ладно, нормально. Так, а мы летаем? Готово. Интересно, я могу в любой момент прерваться, если чего? Ну, не играть же мне подряд все-таки. Больше чудищ бить, больше блестяшек забирать. Так все кобальды делают. Что мы тут имеем? Этот пак ужасен. Этот пак тоже... Ну, получше, конечно, будет. Но вот этот самый нормальный. Давайте возьмем таунты тогда. Ледве... Тица?
Замораживает выбранное существо. Окей. Так, я могу типа отсюда выйти, если захочу. Ага, работает. Ну и хорошо. Идем дальше. Это пока только начало, поэтому все просто. На деле будет, наверное, и посложнее. Немси и Ледведица. Ну что, повеселимся? Сколько раз вам кобальдам говорить? О, а это кто у нас? Здрасте. Приветики. Какой холодный тон. Ух ты, неплохо сыграно. Какой холодный тон. Интересно, на других героев также реагирует? Какой холодный тон. Я не привыкла так рано вставать. Смотрим, что она будет делать. Ой, нет, нет, нет. Стоп, лицо. Стоп, так. Ой. Положи это яблоко себе на голову. Да будет тьма. Действительно так необходимо. Так, 5, 8 пока. Урона у нас нет. Ладно. Хотя мы сейчас можем нафармить себе на урон. Но если бы и 4 призвал бы туда, я бы мог ее убить сейчас. Но так пока что. Спасибо странностям, благодаря которым все это вырезается. Почему такая анимация? Стряски. Баги, баги, баги. Так, что тут у нас? Восковой яростень. Это, видимо, существо для именно приключения. Перчатки грабителя, украдите 3 карты, сапоги скороходы, ваши существа на этом ходу стоят 0. Вот это интересная карта, давайте ее возьмем. Так, и надо, естественно, под это дело взять каких-то крутых существ. И я вижу, что тут далеко не самые крутые существа при всем при этом. А жалко. Так, ну чё тут брать-то? Наверное, кровь. Лишняя уеха. Чернозерн. Превращает выбранное существо в случайное на 1 единицу дороже. Эволюмания. За 0 хера. Темная магия этого фурбога влияет на всех обитателей подземелья. Блин, я же не читаю описание этих боссов. Ладно. Окей. Идем дальше. Немси и Чернозер. Ну что, повеселимся? Так, мне надо взять для начала. В этих пещерах затаилось нечто зловещее. Надо взять ту карту, которая стоит 1, чтобы я мог в нужный момент ее прожать. Но надо для этого, конечно, полную руку монстров иметь, а не заклинаний таких вот. Ну с этим, конечно, неплохо будет комбиться. Ой, сейчас же эволюционирует-то как. Ой, я думал, он корни призовет. Ну ладно. Так, ладно, давайте так. Хоба, хоба. Кто здесь чудовище? Разъяснятай!
все, карты профукал ты. Даже эволюция на него не езжает. Так, ладно. Покажи, что тут есть. Так, демон. Да, можно. Сколько это? Да ладно. Серьезно, он так взял, выкинул. Странный какой-то. Надежда дает. Как прикажешь. Ой, щейт. Я слышу зов. Так. А, выбранная, блин, выбранная. Превращает, идиот, Пашка, идиот. Так, ну сначала делаю так. Ты называешь это оружием? Пусть стукается об таунты. У меня там еще будет. Даже на него и Волф не хочет взять. Интересно. Так, 3, 6, 10. 3, 6, 10. Нас летал, в принципе. Если я это изну, я хочу посмотреть идти на... Нет, ужин готово. Чё? Чё ты говоришь? Я тебя не понял вообще. Тебя. Интересная комбинация. Приказы. Подрывницы и эволюции. Ждет другой. Ой, я забыл эмоцию попробовать. Вот идиот, а. Так, что тут у нас есть? Похищение жизни. Стая. Без копий. В принципе, у нас и так колода без копий. Можем взять Рено. Давайте. Чё бы нет. Я упоротый. Итак, тактический маневр. Вы возвращаете в руку ваше выбранное существо. Секунду назад ее существо были здесь, а вот уже и след простыл. Окей. Недорогого против нас будет играть. Ну, давайте посмотрим, на что эта недорога способна. Немси! И... воровка Теда! Воровка! Ну что, повеселимся? Так. Тебя скрывают тени. Мне нужны сапоги и хорошие существа в руку. А пока я вижу стартовую руку всего лишь-то. И довольно ужасных существ. Интересно, как часто она будет возвращать? А-ха! Серьезно? Чёрт! Help me! Против меня играет Кострога! Назад! Чёрт, они даже какой-то интеллект для нее прописали. Жесть! Так, ладно. Надо было сначала его поставить, я сгубил. Ладно, и Рено тоже поставлю, чтобы была массовка. Надо ее быстро убивать. Иначе она сейчас как раскачает своих существ. Делает. Окей, ладно. Коняха у нас будет выполнять роль.
Ощути мою боль! Да блин, вот опять я туплю. Надо было сначала... Сколько я уже единиц урона просрал, а? Так, ой-ой-ой-ой-ой, сейчас он будет следующим ходом на пятерку. Ой, он уже будет на пятерку. Да. Плохо дело. Давай передохнем. Серьезно? Вот идиот. Вот идиот, что еще я могу сказать? Так, 10, 11. Нет, улетал чика нет. Ты называешь это? Вот это была твоя роковая ошибка, детка. Блин, надо рубашку поменять. Он все равно будет сейчас туда. О! Но он все-таки наконец ударился. Но уже поздно. Благодаря чертовым сапожкам я все-таки выигрываю. Блин, я опять эмоции забыл. Что со мной, а? Забываю эмоции. Итак, 5 боссов, новая награда, рюкзачки, Мариэль. Ваша сила героя улучшена стоит 1. Вот это можно взять, тотем мертвых. Ваши предсмертные хрипы срабатывают 2. У нас нету толком-то хрипов предсмертных, поэтому, наверное... Кольцо Мариэль пригодится здесь. Брать карту заодно, это круто. Что тут есть? Жертва Лакария. Но у нас сброса нет. Ну, только есть Страж Ужаса. Но этого мало для того, чтобы квест выполнить. Поэтому вы жертва. И Малый Легион. Давайте Малый Легион. Это единственное нормальное из всего, что тут есть. X-Lead. Призывает чрезвычайно смертоносную спору. Почему у него так мало хп, интересно? Видимо, какая-то очень сильная сила героя. Я уже боюсь. Хорошая цитата, жизнь загнивает. Кто понял, тот понял. Так, ну чё? Давайте смотреть да проверять, чё, как тут. Меня призвали? Как приказ? Положи это яблоко себе на голову. Яд ядовито для героев. Охереть. Фу, на тебя, подушка! Как прикажешь. Вау, понятно теперь. Ты должен будешь обязательно... Пипец, просто пипец. Так, нам надо урон находить срочно. Возьму на всякий случай без пощады. Ой, жесть. Вот я бы не представляю, как бы было, если бы у меня существ не было на старте. Говнюка. Не получится теперь нормально. Черт! Ва!
коридор де ужас. Так, что там у нас? Летал есть, нет? 5, 6. Летал я как-то могу найти. Интересно. Рывков у меня нет. Можно попробовать взять карту. Так. 4, все, летал есть. Блин, я опять забыл эмоции. Да что такое? Так, победите 10 боссов в подземелье. Понятно. Вот они, задания. Так, что мы имеем? Жуткие демоны с черепком Монари. Не нравится мне этот вариант. С другой стороны, здесь все не очень хорошо. Ну, возьмем без копий, раз такая тема пошла. Ой, комната славы. Не трогай пол. После того, как разыгрывать существо, наносит ему 2 единицы. Мне придется топ-декать сапожки, чтобы поставить хороших существ. Кабульты пытались заколотить эту комнату, но план почему-то не удался. Немси и комната славы! Забыть можно о жонглёре. Надо топ-декать крутых существ. Ой, огненный бес. Не то. Его и смысла играть нет даже. Мне нужны сапоги и хорошие существа. Рано или поздно все равно беса придется выкинуть из руки, чтобы не мешался. Ну, хотя бы после того, как разыгрывается, а не призывается. Черт, элементаль! Мне нужны хорошие существа и сапожки. Блин. Я боюсь этого босса. Но у него сплошные заклинания. Так, существа пока у меня еще не лучшие, чтобы вот так вот... Демоны, демоны, демоны. Демонов маловато. Ладно. Другого выхода я не вижу. Я сама пустота. А, так они же урона не получат. Это выкинуть надо. Чтобы место не занимало в руке. Гений Пашка в деле. Блин, его же выкинешь, и он получит урон. Вот черт, а. Это действительно так необходимо. Пробовать беспощадный взрыв. Рискованно. Это действительно так необходимо. Ой, гениально, это же триггерится с этим. Ой-ой-ой. Плохо. Такова. Ставят ли его на стол? А, ладно, пока будем ничего не делать. Вау. Плохо. Такова.
Блин, нам нужно что-то поставить. Нас ждет богатство. Не умрем, по крайней мере, точно на этом боссе, я думаю. Очиститесь огнем! Лицо, пожалуйста. В лицо. В лицо. Урод, а. Так, это же демон. А можем в него? С другой стороны. Ну да, больше смысла как-то. О, черт. Я тебя вижу. Тьма освещается. Вау. Черт. Фаербол в демона бездны. Да этот и гениален. Борщ зря просрал. Ладно. Как прикажешь. Так, ну, хорошее для нас существо противника призвалось. В смысле, плохое для него. Все никак его не залетали. Так, 5, 10, 13. Пока мало. Надо больше урона. Крушить, о, коняха бесконечная. Зачем меня призвали? Поднять щиты! Пирогласт. Так, 4. 9, 12. Все, наконец-то. Подождите. Эмоции. Приветики. Серьезно. Ярость. Сыграно. Так. Сначала надо так, потом так, потом так. Короче, мы могли и сделку тоже зануть. Так, остается последний босс, видимо, да? ZFS Кельдуара, выбранное существо получает плюс 3, плюс 3. Верный компаньон, провокация, получает плюс 1, плюс 1 за каждого босса, которого вы победили в этом походе. Переносная кузнец. Вы раскапываете легендарное оружие и снаряжаете им героя. Давайте это самое нормальное из всего, что есть. Без копий Казакуса можно взять, огромная рука и малый легион. Давайте без копий возьмем. Внувустрас древний. Наносит 1 единицу урона всем противникам за каждый недостающий большой сундук. Ух ты, это как? Таунты сундуки у него? Завладеть его несметными сокровищами, если осмелитесь. Си и Вустрас древний. Ну что, повеселимся? Выходи, мерзкий вор. Покажись. Так, и в каком смысле за недостающий сундук? Где эти сундуки будут? Ага, понял я. Прикольно, интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Ненавижу воров. О, черт! Он бафает сундуки! Говнюк.
Так. А Унет взять может, а может обидоруб. Вот жесть. А если я возьму Аунет, то мне надо будет часто играть свои карты. И желательно при этом еще получить сапожки, чтобы я мог выкинуть все. Ну, Аунет опасно брать. Давайте бедоруб тогда. Погнали! Посмотрим, что. Главное не Казакуса. И не Рено. Черт, эти сундуки еще пытаются убиться обо что-то. Плохие сундуки. Отречение от тьмы. Я совсем с ума... Не-не-не-не, не будет никакого отречения, ребят. Сорян. О, нормально. От меня никто не спрячется. Там еще через горы таунтов надо будет пробиваться ему, так что... Так, 8 карт. Черт, хотелось бы призвать Тина на полный стол ему. Погнали! Повременим с этим еще. Положи это яблоко себе на голову. Надежда тает. Так. Ой. На все это еще потом и задуть. Я должен. Ой, нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Так, черт. Это действительно так. Спокойно. Спокойно. Так, мне выкинуть нечего даже. Чертовы монетки. Ну ладно. Хорошо. Пока буду обходиться без сундуков. Захочет отдать, сам отдаст. Не знаю. Ты идиот! Зачем? Ай, блин, нет, нет, нет! Черт, а? Да я вижу, что многовато карт. Черт, черт, черт! Идиоты, чё вы натворили? Чё мне создавать-то? Давайте заклинание за 5. Так. Чёрт, а. Хрен его знает. Масло тьмы, наверное, тогда уж. Сколько уже? 20 пока уничтожил. Ну блин, это хреново. Хорош уже, а? Служи или умри. Ты заплатишь за свою жадность. Я это уже понял. Чужаков ждет огонь. Блин, да ты успокойся, чел. Капец. Чё мне с ним делать? Видимо, до фатига жить надо будет.
Ладно. Заменим чем-нибудь адекватным это. Стада сокрушить. Сгиньте в огне. Успокойся, хватит бафать сундук. Я его уничтожу, то можно попрощаться с Рэндом. Не, так не пойдет. Будем делать так. Это чисто когда у меня демонов нет в руке, чтобы играть это. Четко. Да ты успокойся! Ребят, ребят, у меня есть безумная идея. Смотрите-ка сейчас, что будет. Ну, если умирать, то умирать с весельем. Страдайте. Блин, мне Рено нужен. Ребят, Рено не видели? Черт, как же все плохо. Лена. Прощай, Рэнд. Стой, я не улетал. Рено срочно нужен. Твою мать, Рено! Ты где, Рено? Фак! Блин! А! Как? Ты об этом пожалеешь! Это не Рено! Черт, зачем я забежал себе в колоду всякую? А! И как из этого дерьма выпутаться? Ай, хорош, а? С этими сундучками-то, которые бафаешь. Слишком круто. Тут тебе даже до фатига, а? Не вышло. Увы, в этот раз у нас ничего. Эти древние сокровища бесценные. Они останутся здесь.